Аплодисменты мотор! Я ставлю крест вот на всех, а здесь сам с тобой хочу, вот честно. Через два турнира. Даешь мне за реванш? Альфредо устроит там на хайпе. Да, либо тут, тут ты тратишь. Да нет, давай с тобой. Ну, зачем? Почему ты с ним не хочешь? Давай я с ним, а ну, братан, ну зачем? Я говорю, я не хочу уже сурсим, я не смогу с вами. Я хочу с вами. Я буду трешточить, но я именно с вашими не хочу. Почему? Потому что я тебе объясню. Вот, все, брат. Все, ставим крест. Вот с тобой реванш хочу. Смотри, брат. Вот. Дашь им бой, например, вдвоем, а мне через два, то я сейчас, у меня два боя есть на хайпе еще, через два боя реванш с Азизханом. Я даже думаю, что ты, наверное, с Азизханом не подерешься. Почему? Потому что мы не знаем, какие у нас планы здесь в России будут, пока ничего не Ну, понимаем. Вообще, я говорю, если будет ну, а такой так шанс, возможно, хороший конечно, гонорар да. дадут, то реванш Да, сделаю. Спокойно, Все. Деритесь сколько а хотите. А с другими, не, я не буду, я вообще больше. Yeah. Сурч с Тимом я больше не буду, типа. А я не знал то, что вы, во-первых, шиит, а я тебе говорю, я приехал домой, меня отец просто, ну, в прямом смысле. Ну типа, только да. за это или за Ремон? Еще не что-то? Не за все, ну типа, не, я же... Я... Ты сказал прямом. Ну типа понял, у меня за конференцию, но особо он меня не ругал, там не было матов. Единственное у меня то, что я в ринге достал. Блядь, за это жестко. Вот отец меня читал. Я после этого как раз, помнишь, сказал, типа, я больше материться ничего не буду. У меня вся семья смотрит в Баку, туда-сюда и стрёмно реально. Так что все, Азизхан. Как-нибудь реванш. Вот я клянусь, очень хочу. Вот именно Хорошо. Этот бой. Вот я как сказал, я из попа умывая не уйду, пока вот с ним выиграю. Если опять проиграю, еще буду готовить. Если ты уже задний уж, давай включай. Я не буду задний включать. Смирись с этим. Да я его играю. Нет, нет, я никогда не смирюсь. Я чисто, вот он с ним спортивный интерес. Пока что я его не выиграю, я не уйду с попа. Все, закончили. Наконец. А вы, Зафар, рассмотри его и его. Рассмотрим, почему нет? Базар, да. Дерутся. Не все, нет. Нет, он не боец, он у нас урж-барбер. У нас барбершеф? Уличный боец. Вот он дерется, но он молодой. Прям тут будешь тысяч зарабатывать. Он тоже не дерется. Вот он дерется по ММА. Чершу депортировали, реально он сейчас сам? Да, он на побережье. Чёрш в России. Чершамбе. А что, говорят, депортировали? Ну, депортировали. Ну, в России пока. Ну, пока. Ну, депортировали, да? Возможно, непонятно. Сейчас должен суд быть. А, это мне предлагали с ним выйти на замену, да? С кем? С вашим, который слетел. Ваш соперник слетел же? Но у нас не слетают соперники. Не, ваш соперник слетел. Не, он не слетел, но он отказался. Соперник, да. Окей. Хороший начальник. Я буду вмешиваться. Там вот что-то, блядь, хайпи поночек. Какой хайпи поночек? Подожди, уйдет. Нахуй мне с тобой выходи. А что ты тогда такой хайпи? Зачем мне с тобой выходи? Кто ты? Кто ты? Я Исаев, еще раз. А я Фарид еще раз. Ну, мне посрать. Ну и все, блядь. Если ты мужчина, сможешь? Давай, иди, блядь, ты слышишь? Вот эти вот все, которые говорят, там, мужчина, не мужчина. Мне неинтересно с ними вообще разговаривать. Ну иди, зачем мне с тобой выходи? Зачем мне заходить? Не смог. Друзья, мы на конференции Иркаев Battle. Сегодня еще у нас турнир. Мой сэр Агдодов должен был сегодня драться, но где Мус? В общем, мой сэр у нас должен был драться, но его соперник отказался.
говорит, я не... Третий уже. Да, третий соперник у него сливается. Подожди, твой комментарий. Двух лет работал. Полный газ. Эй. Давай. Твой, пожалуйста, комментарий. Вот ты три раза гонял вес. Три раза гонял. Три соперника у тебя менялись. Что случилось? Брат, кому ты насолил? Я вообще добрый парень в жизни. Никому плохого не желаю, но почему-то всегда мои соперники сливаются. В общем, мы приехали просто так сегодня сюда, наверное. Пиздец, здесь еще и бабок происходит. Не будет. У нас здесь вообще происходит полный трэш. Это Корней. Я как Корней Тарас. Каждый кассер хочет хаслить бабки, как Корней Тарас. Твоя дама просит так же, как Корней Тарас. Ой, как ты не старался, не смог, как Корней Тарасов, бам. Я кроме Корней Тараса ничего не помню. Все можно, ну, братан, помнишь, да, главное. Пойдемте этот. Пойдемте, пацаны. В общем, все. Пойдем. Да, Дим. Да. Это наш водитель. Это я, Зафар. Это Чешембе Чешембиев. Канал. Это мы Акдодов. Ой, Акдодов. Опять Абутробов. Еще раз. Я сказал, мы Сара Абутробов. В общем и целом, всем привет. Мы не успели записать приветствие, но вы увидите, что было до этого. Мы сегодня на Иркай в батле были. Но, к сожалению, Муясар. Муясар у нас. Он везучий по жизни человек, и его соперник слился в день конференции, в день турнира. Муясар, пару слов, пожалуйста, что вы скажете на это? Да, у меня даже слов нет, чтобы описать. Три раза у меня сливаются соперники. Ага. Три раза я гоняю вес по 7-8 килограмм. И в итоге вот результат такого боя. Парадокс в том, что он должен был подраться еще в конце октября, и он еще должен, у него должен был быть еще один бой в другой организации, и он тоже не сложился. В общем, печально. Иначе что так и должно было быть. Надежда еще есть. Мы едем посидеть, попить чай и подождать, пока нам пришлют, может быть, все-таки соперника. Я ожидал, что будет... веселый какой-то экшен влог, но мне кажется, а вдруг ты сейчас не подерешься, и все, мы просто так все снимали сегодня, представь. А это Мурит, Гроза. Перевозчик смотрели, вот первый, второй, третий, вот он там снимался. У него есть та самая кнопочка, которую нажимает, и машина превращается в самолет. Давай. Называется автобусная полоса. Ага, так, это великий оператор. В общем, Мурит, пожалуйста, расскажи, каково... Каково это, когда у тебя, у твоего брата сливается соперник? Очень печальная новость. Мы ожидали, что будут какие-то новые приемы в борьбе. Но я вообще хотел, это не случилось, но то, что не случается, оно к лучшему. Вот. Если у кого-то есть вопросы по такси, обращайтесь. Нет, здесь будет инстаграм Мурида. Он и... Я не блогер. Да, он не блогер, но он такси. Можем, кстати, устроить бой с этим... С таксистом? Не, я мирный гражданин, я ни с кем не вернусь. Мурит, расскажи, пожалуйста, как проходят будни таксиста? Как комфорт плюс таксиста? Утром встаешь, завтракаешь, первым выезжаешь из дома, потому что рано утром, если выходишь, не знаю, это интересно или нет, рассказывай. В общем, если рано утром выходишь, то получается ты попадаешь на самые лучшие заказы, побольше заказов. Ну вот, лайфхаки, они нужны всем, да. Покрупнее, побольше заказы. Сколько в среднем вот в день делает... В день таксист обычный, по белому работая, не по черному. Типа не 24/7, а 5/2, 6/1, ну там... Можно железобетонно по 10 штук за день сделать. Это эконом? Это комфорт плюс. А, комфорт плюс. Эконом, ну, тоже возможно, но экономии надо чуть-чуть поработать по-черному. Там надо впахивать. А в комфорт плюсе... Можно 10 тысяч. Ты ведешь более премиальных людей, так как сюда к тебе не садятся пьяные... алкаши всякие моменты такие. А нормальные цивильные люди, вот. Соответственно, и чаевые хорошие получаются. Соответственно,
тот, кто говорит, что чаще всего я слышу, что люди говорят, что в такси наоборот плохо получается зарабатывать, а наоборот в такси, если кто-то хочет зарабатывать, можно, это я говорю за свои слова, отвечаю, 300 штук сделать в месяц. Это зарплата среднего какого-нибудь бизнесмена. Я вот отвечаю. Вот. Подождите! У меня один момент. Ты все черти! Чё, Шмурхиджо? В общем и целом, друзья, история такова, что мой Асар три раза за эти два месяца проводил весогонку, и вот его три соперника менялись. Полная неразбериха. В итоге сегодня его соперник в день боя сослался на травму. Вот, поэтому все отменилось. Мы ждали, пили чай, ждали, что, может быть, подберут другого соперника, но, к сожалению, не подобрали. И вот так вот на этом мы прощаемся. Контента не сняли, но я думаю, мы в ближайшие дни еще что-нибудь соберем для вас и что-нибудь снимем. Поэтому спасибо, что вы с нами. Всего доброго. Подписывайтесь, лайк, колокольчик, комментарий, да и т.п. Все, пока.